И напоследок поговорим о спорте. Уже второй год подряд в стенах спорткомплекса Международного гуманитарного университета проходит всеукраинский чемпионат по джиу-джитсу. Состязание по этому виду японских боевых искусств на 8-й станции Большого фонтана – это путевка в большой спорт для десятков молодых украинских спортсменов. Этот чемпионат дает возможность всем украинцам поучаствовать в настоящем этапе чемпионата мира, побороться со своими зарубежными друзьями, коллегами, проявить себя, победить, получить ценный приз победителям в абсолютных категорий и представлять достойно Украину. Победители прошлого чемпионата получили путевки на чемпионат мира, собственно, в Абу-Даби, представляли нашу страну. Несколько наших спортсменов завоевали главные призы, выиграли первые места. Об этом много писали. В этом году участники со всех уголков страны съехались в Одессу, чтобы побороться за возможность продолжить борьбу на чемпионате мира. Ребята в возрасте от 9 лет и старше в несколько этапов сражались за пьедестал почета. Каждое соревнование придает ребенку или там подростку, дает уверенности, силы, больше дает мотивации, хочется больше победить, хочется больше ездить и выигрывать. Абу-Даби, Эмираты, очень красивый город, федерация тоже очень крутая, все точно, все по правилам. Победители соревнования получат сертификат от Арабской Федерации джиу-джитсу на участие в любом чемпионате Европы. Это настоящий шанс для спортсменов продолжить спортивную карьеру и вне Украины. Я в 3 роки мене тато повів, і я вже не міг відмовитись, бо мені було больно. Мені це сподобалось, бо я думаю, що це найкращий вид спорту. Почуття в мене добрі, думаю, що я виграю. Ми благодарні Міжнародному гуманітарному університету, руководству за предоставлений потрясающий зал на берегу Чорного моря. Большое спасибо, надіємося, що будемо сотрудничати в дальнейшем.